А я салют всем, с вами Стеймус Бро. Сегодня мы будем смотреть батл на кубке МЦ Хос против всех. И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. И еще важная информация. Если ты хочешь поддержать канал, отправляйся вниз под видео. Там ты можешь закинуть денежки на Сбер, поддержать канал и меня. Так, ну давайте заценим батлец. Тут, я так понимаю, короче, Хос будет, ну, у Дима Хулиган не явился на батл, и Хос будет читать против батл рэперов свой текст на Хулигана. Давайте заценим. Ага, новая афиша. Так, ну новая. Бля, так, окей. Новая афиша, давайте немножко обсудим, да, наверное. Так, тайтл матч, Балбиск всяческий. Насколько я понимаю, вместо Балбиска должен был быть Огил, да? Не знаю. Ну вот, Балбиск всяческий. Всячески круто делает. Он может навалить панчей офигенно. По поводу Балбиска я не знаю. Он в Бэтбарсе хорош, а так, ну хер его знает. Давайте следующую пару обсудим. BPM. Отто против Рейбокса. Ну, возможно, у Рейбокса есть свой стиль. Отто он и по панчам может хорошо сделать, и стиль у него достаточно разъебывающий. Рейбокс у него по панчам не очень, как бы. Они есть, но там то ли баянчики, то ли еще что-нибудь. Ну, в общем, короче, не знаю. Надо будет смотреть, интересно. Дезматч Клэш. Шум Гоукила, Юля Киви, Эрнеста и Млечный. Эрнеста давно не было видно в батлах, да, он, как бы, наверное, от них отдыхал, не знаю. Шум может сделать круто, Гоукила, но он на стильке, да, разъебывает, без панчей, без ничего, ну, есть какие-то, да, но они такие достаточно лайтовые, ну, или где-то, может, баянчики, не знаю. Юлия Киви, будет интересно посмотреть на Эрнеста, вообще вот от него не знаю, чего ожидать. Млечный, но он может круто раздать. Так, BPM 2 на 2 из толпы. Кукиш с Хаслом против нищеты. Ну, тут вот и из толпы с Кукишем могут раздать нехеровенько так, и по панчлайнам нормально, и вообще интересно будет посмотреть. По поводу нищеты я не знаю, что какой у них последний батл был командный. Снорвать на битах, но, возможно, был еще на этом, на кубке, но я его не смотрел. Посмотрим, интересно будет посмотреть. Автотюн батл No Name против Xpine. Ну, тут No Name на стильке, возможно, и сделает круто. У Xpine треки крутые, я слышал несколько, там они прям годные. По поводу автотюна батла хер его знает, посмотрим. И BPM против Акапеллы, да, это, наверное, по заявкам, да, которые прошли, достаточно годные заявки, их там в пары расфасуют, поставят и будут делать грязь, батл. Посмотрим, интересно, интересно. Неплохая достаточно афиша, на самом деле, обязательно буду делать реакции на эти батлы. Ивент пройдет 24 числа, в сентябре, хорошо, хорошо. Так, ну давайте посмотрим батл, собственно, ради чего мы здесь собрались. Тройс. Эндосъемочного. Ну, я примерно знаю, чего ожидать. Навряд ли будет какой-то разъев, возможно, будет угар местами, смешно, но ничего такого не будет. Йоу, всем хал, друзья, это Кубок МЦ. Я же так понял, будет летай, да, там, рифмобес, почукаем, блин, интересно. Его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Перед началом батла, как обычно, хочу сказать, будет в описании. Благодаря которому... Новгород,
По промокоду Кубок МС получите скидку от наших партнеров. Дайте им тоже шума. Прикольно. Кубка МС. И по некоторым обстоятельствам Дима Интега сегодня не появился. И мы... Да не дело, Дима Интега. Можно секунду. Только не здесь! Только не здесь! Что, прямо сейчас? Что, прямо сейчас? Хочешь пиздиться лезть? Пиздиться лезть! Так я дам тебе газ. Дам тебе газ! Да, ребят, как я сказал, спасибо по некоторым вам обстоятельствам Дима Интега не смог присутствовать. Бывает. Мы в быстром порядке приготовили для вас другой батл. Новый эксперимент снова на Кубке МЦ. Хоз против всех! Как тебе пизда, блядь! Давай! 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 Из трейлера, да? Ну скажи, блядь! Все. Немножко чила, я понимаю. Здесь столько энергетики справа, столько артистов. Вот эти все ребята будут против Хоса. Окей, но... Так, ну давайте посмотрим. Не знаю, чего же... Да хотя, наверное, знаю, почему не знают. Они просто будут выходить и читать либо свои раунды, либо заготовки, которые они готовили к другим оппонентам, либо еще там что-нибудь. Ну, может, просто фристайл, короче, давайте. По результатам жеребьевки начинает хип-хоп, одинокой старуги. Встречаем! Во-первых, мне похуй, сколько вас. Это хип-хоп одинокой старухи, и я даю полный газ! Полный газ! Полный газ! Господи, она еще не успокоилась. А вот это хорошо, вот это хорошо. Полный газ! Ну, собственно, мы видим, да? Замечательная женщина. Продолжать, типа? А, ладно, это хип-хоп одинокой старухи, я даю полный газ, мне похуй сколько вас, ёбаный рот, ты боец, как Жан-Клод Ван Дам. Рот ебал. Да, но почему боец здесь, а боевые действия там? Окей. Весь раунд читать на вас? Ох, вы твари, ну пизда вам. Да почему боец здесь, а боевые действия там? Этот милый пирожочек в телеграмовском кружочке заявляет, что участвует в боях. Но эти заявления напрасны, пока мы не видим нихуя, где же селфи и видосики с Донбасса. Но я уверен, их не будет, какие ебать бои. Чтобы вправились мозги, такой горилле, как ты, недостаточно хайкика, нужен доктор Айболит. Пока на Донбассе за 300 тысяч в месяц готовы гибнуть простые волгоградские пацаны, ты бравируешь смелостью перед рэпером в попытке набивания цены, но... Если духом ты слаб... И безмерно собою гордишься. Если славы добиться, любыми путями стремишься, то в беде и нужде ты с обманом и ложью смиришься. И воле того, кто сильнее, всегда покоришься. Okay. Это хип-хоп одинокой старухи, и я настолько стара, это база. Вы ждали батл рэпа, но сегодня здесь сектор газа, блядь. Ну и хули ты встал, Дима, хулиган, ты же хулиган, ну, хулиган, блядь. Авторитет, хулиган, блядь, твоего ребенка с Ганвестом буду звать Хулиган Вест. Так, твоего ребенка с Ганвестом буду звать Хулиган Вест. Бля, Дима хуиган, ты уебаный троглодит. Когда Дима хулиган вырастет, будет Дмитрий бандит. Дима хулиган, ну назови всех хули. Ой, мама, Дима хулиган на меня газует. Щечками что-то колдует, как бы мягко бы сказать. Он умственно отстал, и не судите строго, парни из объединения Хеллтаун. Ты похож на Полежайкина, который смог и все-таки стал дауном. Хочется быкануть на дуре, блядь. Участвовал на Версусе, да?
Но помните, да, были баталии. Ты похож на Тинькова, который смог и все-таки стал Потаниным. Решил камбэкнуть в батлы, я помогу ребеночку. Ты дашь газу, когда мне пернешь в хуй. Перед твоим рождением отошли не воды, а газы. Ты был самым старшим ребенком в классе. Мадемуазель, да вы газель. Ваше любимое пиво томатное газе. Тебя не возьмут ни в Газпром, ни в Горгаз. Ты газуешь на тёлку, думая, так она получит оргазм. Окей, окей. Ну, местами забавное выступление, конечно. Где-то тут местами панчлайники неплохие проскальзывают, да, но... Ну, в принципе, а чё, на Диму хулигана, как бы... Чё, дохуя надо готовиться, что ли? Братан, работаем. Метро Люблиноево. Дорогой, где ты был? Газовал. Но вот, вот почему я сухая и совсем не ёбаная. Ёбаный орангутан! Твоя жопа многоразовая хуета! На твоей могиле будет газовая плита! Тогда я вижу таких, как ты, на дороге. Сразу газ в пол, а потом трупик насиловать. На любой твой газ у меня из Киргизы с газонокосилками, блядь. Вот это гладкость. Так, киргизы с газонокосилками. Бля, что там? А, блядь, на любого базлайтера я вам выдан газлайтера. У меня есть силы смотреть всем им в глаза. Ты хотел, бля, я бы в твоих газах утоплю твоего внутреннего хасбика. Ты хотел стать звездой и назвал себя Патриком. Я хотел стать звездой и просто стал стар. Я видел тот твой бой и видел, как ты боялся. Ну, как ты сдался, я видел, да, и мы видели все. И в тот самый момент рэпер Интега вдруг проснулся в бойце. Я готов выйти с любым. И не вышел с любым. Ладно, я готов выйти с любым рэпером и тиктокером. Цитаты великих додиков. Тот, кто душу на, блядь, кто тот на славу душу и все людское выменял. Ведь духом ты слаб, тело не признак сильного. Ведь духом ты слаб, тело не признак сильного. И если, если что, надеюсь, ты не оставишь мне выбора. У нас куча полян с кустами Оуджи под Выборгом, и туда часто вывозят разных выебистых пидоров. И этот батл я посвящаю всем слабым телом, но сильным духом. Ведь если он больше у вас, это еще не конец. Не забывайте, можно просто сжечь его хату. Бомж все равно бомж, и похуй, что он боец. Ну, средненький раунд. Местами было забавно, конечно, и где-то панчлайники там были неплохие. Но так, ну, не знаю, для Димы Хулигана было бы, наверное, достаточно. Даже этого одного раунда, хер знает. Не уверен я был в том, что он подготовится хорошо и что-то выдаст. Так он вообще, блядь, не явился. Как бы 18 минут идет батл, плюс судейство, хотел сказать. Да. Ну, чуть-чуть осталось. Ну, сейчас предъява будет конкретная. Москва, еще раз, как вам первый раунд от Хоса? Отвечает ему сборная команда Интего. Это хип-хоп, одинокой старухи. Ты крутой и старый, как бизон-гигант. Где бы он ни был. Приходи почаще на конференции, но не вздумай без Огила. Давай, блядь! Чувак, эти кроссы, они тебе ебать идут. Люди сзади меня тебя ебать идут. Костян, сегодня тебе не избежать западни. Ты настолько бедный, у тебя дома вместо обоев одни. Прикольно. Прикольно. У тебя...
У тебя в доме ужасные потолки. Ты ебаный лох. В моем доме лишь прекрасный пол. Кубок МЦ на данный момент лучшая лига, наверное. Сегодня ты смотришь конференцию с панчами, а завтра батлы без Димы Интега. Е-е-е. Так, пох. Всем привет, друзья. В первую очередь хочется сказать, что батл Шума и Рамироса это было хорошо, это был уровень мастера. Такой батл я бы судил карандашом, но, к сожалению, судили фломастером. Нет, ну нормально, нормально. А ты, Хост, ты без печени, Гефест, ведь ты читаешь как Тифест. Какое тебе, сука, слово фест, тебя бы выебал Тирэпство. Так, так, Пачука, Пачука врывается, так. Какой нахуй Пачука? Я Димон Хулиган. Я даю полный газ, блядь. Ты за пидора ответишь сейчас. Ты жалкий, чмошный лох, как Алексей Глызин. Я газовый король, как Алексей Миллер, блядь. Я называю тебя пидор. Нет. Ты любишь задницу, давай. Нет, дамаг, дамаг. Называй меня Юпитер. Ведь я тоже газовый гигант. Окей, окей. Что там? Кто там следующий? Пачука. Тут особо комментировать нечего. Посмотрим просто, наверное, и все. Ну, короче, не знаю, забавно, забавно почитать. Чё там, микси следующий, да? Йоу, твои панчлайны горячая штучка, еда для бедного, мои панчлайны горячая штучка, Альбина Сексова! Это ж было уже где-то, да? Сегодня был не мой день, брат, обижаться не надо, что посвятить, вместо того, чтобы посвятить панч тебе, я позову батлить Оби-Вана! Какая хуйня. Оби-Ван, ты спиздил у меня 300 тысяч. Говоря, что мы топим за батл рэп. Так вот, единственный, кто тут делает нормальные вещи, это Кубок МЦ. Залупа, интересно. Чё, Эмили? Дайте шума для Лемы. Понятно, поехали. Я хотела зарегаться в Твиттере. Но мой никнейм уже выбрали. Мне 30, я одна, и я умираю от скуки. Какого хуя ты занял никнейм хип-хоп одинокой старухи? Это забавно было, неплохо. О, о, о! Врывается, врывается на рэп. Нарек вернулся, поддержим, давайте! Эй! Но ненадолго. Сексуальная штучка, да? Но я знаю, кто тебе больше нравится, да? Ну-ка, повернись, покрутись, что это такое? Я знаешь, что, Костя? Ты мой зайчик. Твоя жопа карамель. И я тебя люблю, ведь ты мой братик. Так-то, братка. Возможно, я сейчас забуду текст, но я не забуду, что выебал тебя. И выебал победителя, победителей Фрешблада! Давай, Даня. Рэк! Нарэк! Нарэк! Ну, ни о чем, Нарэк. Неинтересно было бы. Нарэн! У тебя нет оппонента. Так. Да и нахуй он идет! Ты и я на одной сцене, значит, ты не долбоёб. Зачем батлить тебе Костя? Ведь ты самый клёвый здесь. Давай лучше скажем вместе, пошёл нахуй рифмобес! Как и в батле, да, клэше, когда она слишком дохерища, короче, просто на рифмобес, 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 и даже тут рифмобес, блядь. Ладно.
Рифмобес, респект. О, братишка. Призвали рифмобеса. Призыв сработал. Это Интега Тим. И нам твои строчки пиздец как не нравятся. Мы зовем калужских девчонок стульями, ведь при виде Димона они ломаются, бля. Придется ебать старуху, ну хоть не Ирен, мне поровну. Как говорит мой сексолог Дима Шум, кунилингус — это здорово! Кунибес, 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 кунибес! Не, блядь, кунибес, кунибес. Дайте шума для Дани Летая, нахуй! Даня Летай заходит в круг, это знают все, это элементарно. Когда Даня Летай заходит в круг, батл становится комплементарным. Мне сказали придумать жесткий панч, и я любого здесь нахрен убью. Но я увидел тебя и могу лишь сказать: братик, как же тебя я люблю. Мы пришли сюда мстить за тебя, и нам плевать, что ты реально стар. Ты собрал всех батл-рэп-мстителей, ты самый главный батл-рэп Тони Старк! Не знаю, ну забавно посмотреть местами, прикольно, чисто как фристайл, как еще там что-то, как-то забавно посмотреть. А так, конечно, на один разок. Че, друзья? Флипы. Я буду флипать. Друзья, я думаю, вот на такой позитивной ноте о Дане Летая мы можем закончить этот батл, все да? Уже, да? Давайте просто пошумим хип-хоп одинокой старухи. Диктатор! Миксима за Факамикс! Кирюха Палмдропов! МЦ похоронил! Здесь с нами сегодня Нарек! 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 Кто там еще был? Забыл. Папа Пачука! Пачука разъебала. Друзья, с нами тут был рифмобес. Рифма. Кунибес! 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 Дайте шуму для мамочки Ирен. А теперь для самой Ирен. И, конечно же, друзья, впервые на Кубке МЦ Лема Милевская. Это был Кубок МЦ. Победил хип-хоп одинокой старухи. Подписывайтесь на канал. Мы ждем вас на батлах. Айом, и возвращаемся. Блин, не знаю, забавно было посмотреть на самом деле. Так, на разочек, да, угарнуть, что-то, может, под пивасик глянуть этот батл. Так, конечно, ничего особенного нет. Победил хип-хап одинокой старухи, да. Ну, короче, как-то так, я не знаю, что тут еще можно сказать. Ну, забавно, забавно было. Вот и все. А с вами был Stamos Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи. Пока.